гутку. Тільки лижечки за моє здоров'я. От. Так, так, так. Добре. Ага. Червоне стрептаці здала ще? Ой, ні, віжу я в те ліки. От баба. Где ти, Міхал? Обіцяв поможе ще приїхати. Обіцяв, то приїде. Он? Он. Міхал, ти? Хозяин, ми это. Рішань з Валетою. Холера ясна. Шишлі на моєму голові. Ой, промоклиш ви, ребятки. Візьміче, стані теплій. Візьміче. А цу ж для друга вашого? А друг не може. А чого? Да все в порядке, тетечка. Товарищ капитан, вы извините. Товарищ капитан, вы не обижайтесь, но мы вас пока развязывать не будем. Выслушайте сначала. Мы вас от немцев отбили, так? Я не то чтобы просить. Я понимаю, мы вас сегодня развязали, а завтра вы нас запросто расстрелять можете. Не-не, пане капитане, молодые они, глупые. До неволи трофили. Замешались, сам пан види. Мы помочь хотим. Слышали, наши, ваши, то есть наступать собираются. А там минное поле. Так вот, мины эти мы сами ставили. Проходы знаем. Можем показать. И что? Думаете, вам это зачтется? Может, еще хотите по ордену получить, а? Да кто вам поверит после того, как вы добровольно перешли на сторону врага? Не все так просто, пан капитан. Гришку тяжело ранили и в плен полумертвого. А Валерка за ним в лагерь, брат все-таки, а потом и его подстрелили. Очень жалостливая история. Именно это и называется. Добровольно перейти на сторону врага. И предать родину. Так что же нам делать-то теперь, а? Может, да. Ты что? Опомнитесь, хлопцы. Вы извините, если что не так, товарищ капитан, и за обращение невежливое. Извините. Пане капитане, а лишь видите, пан, братья они, из детинства друг за дружкой, я фигу осидку. Они. Руки! Стой! Это те ребята! В плен попали, а теперь хотят обратно в Красную Армию. Да, как договаривались. И не с пустыми руками мы. Видите, товарища капитана из плена привели. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Собирайтесь. Девочка где? Туда, Тарас. Пойдем с нами, пан? Нет, я останусь. Кому ж вы потом за водочкой, а? Так, в машину. Марыш. Живей, живей. Ну, ходим и шибче, и шибче. Давай. Ну, счастливее. Поехали. Thank you.
разрешали с валетка, где? Лучшая бензин, Ран. Я это крыша НКВДшная! Где Валерка с крышкой? Браточки, не надо подпадать, шиску свое, своими руками изрубено. Браточки, а может, не надо подпаливать, а? Садов 11. Это ваш Нелерек. Василь, смотри! Сейчас бакер валет! У тебя два власовца, захваченных разведкой. Так точно. Шлепнул уже. Никак нет. В благодарность, что из плена притащили. Ну и каково у немцев? Языком быть? Договоримся так. Пока я добрый, обоих передашь Малютину. Я не имею права. Что? И ты еще что-то квакаешь? Не я. А кто? Знаете. А сам, сам-то ты можешь хоть что-нибудь своим-то голосом, а? Два брата, как иголка с ниткой, попали, не позавидуешь. Ты не представляешь, что с ними будет, если их заберут к нам. Бери их, они искупят. Не ду... У меня приказ. Я не имею права. А у меня капитан. Тоже приказ. Приказ о наступлении. И поэтому со мной сейчас лучше не связываться. Под вашу ответственность. Конечно, под мою. Не под твою же. Вся война под мою ответственность. Котов. Котов! Рядовой Котов по вашему приказанию прибыл. За что под трибунал? Самострел. Здесь сказано, что вы были сержантом. Имели боевые награды, медаль за отвагу в том числе. Так точно. Разряжал карабин, попал себе в ногу. Никто не верит. Вы-то поверите? Поверю. Когда в бою увижу. Говорят, вы вашу роту смертников набираете. Свободен. Есть. Давно на фронте? 1.5 года. Как говорится, 3 месяца курсов и вперед. А, инкубаторский, значит. Походит так. Ряхин! Ряхин! Рядовой Ряхин, гражданин начальник. Товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант? Мне сказали, что вы к нам сами напросились. Просился. На святое ж дело идем. Надоело ждать. Я ж не для того откинулся, чтобы меня фраера в погонах, как кота помойного, угнетали. Да лучше я на зоне перед паханами. На бровях ходить буду. А ну-ка, милок. Подь сюда. Пойдем, пойдем. У нас тут пастерушка намечается, ведерок на 20, а может на 30. А родину мы и без тебя защитим. Следующий Авдеев. Авдеев!
Сержант Авдеев по вашему приказанию прибыл. Вы были старшим лейтенантом, командовали ротой, награждены орденом Красной Звезды, так? Так точно. Теперь сержант. Вижу, Авдеев. У вас сложности со СМЕРШем. Это у них со мной. Конкретно? Служил со старшим братом Андреем. Он попал в плен. 3 года не знал, что с ним, а он был в концлагере. Вместе со своими товарищами организовал побег из концлагеря. Пробились к нашим с оружием в руках. Повезло. Их арестовали. Оружие забрали. Меня вызвали, стали расспрашивать. Обвинили брата в предательстве. Я не выдержал. Вопрос. Можно? Но не нужно. Мы не смертники. Командование поставило перед нами сложную боевую задачу. Поэтому в свою роту я набираю самых опытных бойцов. Все, идите. Есть. Нормальный парень, а? Слушай, ты бы умылся, рядовой. И гимнастерку постирал бы, по примеру старших. Ох. А то ходишь как... На парад, что ли? Ну, на парад, не на парад, а чистоту блюсти надо. Выполнять. Есть выполнять. Следующий. Мужики, может, перекурим, а? А чё, можно? Чё? Ну... Новое задание? Да. Сложное. Задание как задание. А чё ты такой-то? Какой нормальный. Слушай, я тебе сейчас одну историю расскажу. Только ты не смейся, ладно? Я еще в 10 классе училась. Мы с подружками на Рождество решили гадание устроить. Ну, со свечами, с зеркалом, все как положено. Слушаешь меня? Весь внимание. Ага. Вот. Это, конечно, гадание ерунда, но... Я в зеркале жениха себе разглядела. Знаешь кого? Кого? Я тебя увидела. Да ты что? А я тебе поесть принесла. Вот. Вот. Картошечка. Нравится? Угу. Картошечка еще теплая, и вот... Нет, нет, только не закрывай, не, не, ты потом, ешь. Потом, ешь. Не, потом, и потом, огурчик, потом, и Федор угостил, потом, ешь. Потом. Потом. Ну ладно, потом. Вот так. Потом съешь. Ну ладно. Я пойду, хорошо? Да? Катя! Спасибо.
Хорошо быть лейтенантом. Связистки гимнастерки стирают. Это точно. Ну, кому хлеб с маслом, Малахов? А кому чири взад? Что-то у вас нескладно получается-то. Зато верно. Высота эта. Не знаю, поднимемся на нее, нет. Только не сойти нам с нее. Точно. Спасибо, что сказал, старшина. Я знаю. Следующий. Следующий! Ефрейтор Аверченко, артиллерист, прибыл под ваше начало. Огонь нашей артиллерии корректировать. А что ж молодой такой? Самый опытный, что ли? Не, самый веселый. Веселых у нас хватает. Один Малахов чего стоит? Иди сюда! О! Давай! Не могли старика прислать. Бестолочи.
Поздравляю. Спасибо. Береги себя. Ты тоже, ладно? Товарищ майор, задание выполнено. В корпус вернешься. Приказ есть приказ. Ну, спасибо, Оля. Приказ номер. Полка так. В силу сложившихся обстоятельств Горелого Константина и Костромину Лидию. Так, первое. Приказываю считать мужем и женой. Предоставить возможность создания семьи. Поздравляю. Спасибо, товарищ майор. Я видел много разных застолий. Чаще горьких, поминальных. Были и заздравные. Но наше застолье первое, о котором можно сказать, что оно похоже на свадебное. И что жених и невеста вернутся с войны живыми. Счастья вам! За победу! За нашу победу! За победу! За победу! За победу! За победу! За молодую семью! За победу! За победу! За победу! Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо вам большое. Знаете, я вас не забыл, даже помню еще сильнее и узнаю вас по голосам. Мы вас никогда не забудем. Да, я... Спасибо за вас. И за победу. И за победу. Где? Где молодожены? Да, где молодожены-то? Где? Так, 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 дорожку, дорожку, дорожку. И Федор. Откуда такое богатство? Укрепляем связи с местным населением. Нужно. Это чтобы вам жилось богато. Спасибо. И крылато. Что это? Держи. Давай, давай мне, давай. Тихо, тихо, тихо. Ну куда ты, ну на кухню его. Поздравляю. Спасибо. Ну, бывайте. Ну, будь счастлив. Прохор, это ты? Узнал. Коля, малаш. Прощай. Я тебя узнал. Счастливо. Товарищ майор, разрешите? Оп, извините, мадам, в другой раз. Слушай мою команду! Подготовить личный состав к выдвижению. Это ничего, что мы при всех целуемся. Это на прощание, да. Я скоро. Что такое? Что такое, а? Что ты плачешь? И ты? Что же вы все плачете-то, а? Что все плачут? Горьковка больно горькая в натуре. Подсластить бы. Горько! 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 Думал, опять руку заломаешь. Коль, ты хороший. Смешной. Ты как братишка. У меня парень был. Володя звали. Летчик. Наверное, я его любила. Он сгорел вместе с самолетом. Только руки целовал, и нету его. Потом
Еще один ухаживал за мной, Андрей. Тоже разведчик. Погиб. Потом Ваня, Ванечка. И бояться стало, меня нельзя любить. Понимаешь? Нельзя. Ты лучше возвращайся. А я вернусь, Оль. А снайпера твоего мы уроем обязательно. Это я тебе обещаю, Оля. Я Коля Малахов. Уроем. Астра, я Гвоздика. Стою у порога, готов идти в гости. Ясно. Ждите приглашения. Вас понял. Ждем приглашения. Дуй в расположение. По твоим первым залпам Малютин начинает захват высоты. Есть. Товарищ майор, полковник Егоров на связи. Да, товарищ полковник. Ждут приглашения. Давай, давай! Быстрее!
Сергей! Заряжать! Готово! Огонь! Фиалка, фиалка, я сирень! Фиалка, я сирень! Прицел 100, правее 002! Фиалка, прицел 100, правее 002! Как поняли, фиалка! Правильно, фиалка, правильно, еще правее 001! Правильно, фиалка, еще правее! А? Музыка, зарядка! Держись там! Слышишь меня? Держись! Ромашка, ясно! Да что ж вы тут копаетесь, да? Там дивизии на проводе! Товарищ полковник! Иноземцев! Докладываю! Пешка прорвалась в Ферзи! Я тебя понял, понял! А теперь зацепиться и держать! Всеми силами держать! Товарищ полковник! Малютин не дает противнику развернуться в боевые порядки! Корректируй огонь нашей артиллерии! Сейчас связь не прервана! Немедленно оперативный отдел штаба фронта. Есть продвижение противника на главном направлении? Значительное, товарищ полковник. По последним данным, немцы спешно перебрасывают на участок прорыва в район высоты 89 танковый резерв. Ты прав, иноземцев. Как всегда прав. Товарищ генерал, докладывает Егоров. Немцы бросили мобильный резерв. Наступление под угрозой срыва. Я тоже это вижу, что скажешь? Пока иноземцев удерживает высоту, понял. Шансы есть. Твои предложения? Записываю. Первое. Перенести туда огонь корпусной артиллерии. Принято. Второе. Немедленно задействовать танковый резерв. Немцы вот-вот закроют прорыв на участке главного направления. Так. Это... единственный выход, товарищ генерал. Ждите решения. А пока поддержите иноземцев. Докладывать каждые 10, нет, 5 минут. Есть. Иноземцев! Да, да, майор. Я срочно разворачиваю свои танки с ракады на участок твоего полка. Ясно, товарищ полковник. Что тебе ясно? Не успеете. Не успеете, столько им не продержаться. Связь с Малютиным прервана. Все, что могу, Сергей. Все, что могу. Приказываю. Высоту 89 держать любой ценой. Разворачивайте танки на иноземцева. Есть, есть. Thank you.
Беркут, развернуть танки на западные скаты высоты 89, как понял? Команду понял, понял. Высоту вижу, выполняю. Танки разворачиваю. Беркут 1, Беркут 2, Беркут 3. Направление западные скаты 89. На месте разворот вправо. Вперед. Беркут 1, понял. Беркут 2, понял. Беркут 3, выполняем. Я Астра, Гвоздика, слышите меня? Я Астра, Гвоздика, слышите меня? А? Ну что там? Стихло, товарищ майор. Как стихло? Так, вдруг тихо стало. Немцы отошли. Или... Я Астра. Товарищ майор, может... Гвоздика, слышите меня? Я Астра, Гвоздика, слышите меня? Рядовая Соловьева, прекратите истерику. Это вы его туда послали. Да, я. Но почему? Потому что я его командир. Хотя нет, отставить. А кто? Родина. Но почему его? Почему? Потому. Да потому что он лучший. Лучше во всем. Ясно. И потому вы его полюбили, а не меня. Ты лучше, давай. Что там? Связь, вот что, Катя. Гвоздика. Гвоздика, я Астра. Слышите меня, Гвоздика? Астра! Открывайте огонь по нашим позициям! Астра! Открывайте огонь по нашим позициям! Я прошу вас! Открывайте огонь по нашим позициям! Астра! Гвоздика! Алёша! Алёша! На штаба сюда, быстро! На штаба командиру! Слушай мою команду. Все, кто могут носить оружие. Все, штабные, ездовые. Все, кто на ногах. На передовую. Выполнять! Есть! Соскучился. Ой. Штаб корпуса, а, товарищ сержант? Да.
успел. Не успел. Не успел. Не успел. Прости, Малютин. Простите все. Я же говорил им, что я заговоренный, я говорил. Боже мой. Оля, я же говорил им, они не верили. Примени, мужчины умирают,
если нужно. И потому в веках живут они. Как трудно в сапогах шагать в июле, но ты солдат. Женского до пули и научись в бою не отступать. Как трудно в сапогах шагать в июле, но ты солдат и все сумей принять. От поцелуя женского до пули. Cheers.